Трус не играет в хоккей. В минувшие выходные на льду Дворца спорта «Стерлитамак-арены» прошло праздничное посвящение в хоккеисты. Церемония состоялась для юных воспитанников клуба «Орлан» 2009 года рождения. О юных хоккеистах и планах на будущее в материале нашего корреспондента. Я верю, что мой сын Артем станет настоящим чемпионом. Да, Артем? Да, опять. Артему Жигальну всего 6 лет, но на льду он чувствует себя уже взрослым. Год назад отец впервые поставил его на коньки. А друзья Артема уже давно играют в хоккей. Именно они и сподвигли его заняться этим видом спорта. Просто Амилхан и Тимур и Руслан катались, мои друзья, и я тоже решил стать хоккеистом. Таких отважных ребят в группе 2009 года рождения более 100 человек. Многие только научились стоять на коньках, а некоторые уже катаются давно и учатся каждый день чему-то новому. Я пошел в хоккей. Мне было когда-то 4 лета. И я не мог еще кататься с клюшкой. И я тренировался очень много раз и научился. Я скоро стану вратарем, когда ночи светятся. В торжественной обстановке после прочтения клятвы все ребята были посвящены в хоккеисты детской спортивной школы «Орлан». Опустив в небо воздушные шары, они загадали свое заветное желание – стать победителями. Как отмечает тренер, малыши все упорны и достойны внимания. Есть ребята, которые уже подают надежды. Будет звездочка, мы надеемся, чтобы о нашем городе, о нашем клубе узнали во всей России, может, даже и в мире. Команда 2009 года соревнуется с ребятами из группы 2008. Товарищеские игры проходят пока внутри клуба, а к концу года их ожидают настоящие состязания. В планах сыграть салаватской командой «Юрматы». Уже завтра у ребят начнутся усиленные тренировки, которые будут проходить 2 раза в день. Тренер уверен, что воспитает из них настоящих чемпионов. Татьяна Захарова, Вадим Ямансаров, Стерлитамак, служба новостей.